сегодня, как уже ранее показал, заказал себе ключ для регулировки клапанов на мой мопедос. Здесь 9 миллиметров, а внутри четырехгранник. Вообще ништяк. Ну, теперь надо регулировать клапана. Ну, можно было это сделать и с помощью плоскогубцев, и ключика обычно на 9. Но так будет по ништяковски. С хорошим инструментом всегда приятно работать. Хороший инструмент. 90% выполнения своих задач. Все, всем спасибо. Пока. Ну и, конечно же, не только ключ для регулировки клапанов, но и набор щипов, который вам пригодится, ну или мне пригодится для ремонта, настройки клапанов, зазоров. Ну, теперь уже пока.